святейшего патриарха Кирилла Господина и освященнейшего Георгия Николаевича Николаевича за вас. Яко Твое есть царство и силы и славу Отца и Сына и Святаго Духа и присно и во веки веков. Весь священнический и монашеский чин, братья наши служители, сослуженники, священники, диаконы, братья наши, я же призвал на святое общение. Во имя Бога и Бога, я всех вас люблю. Отец наш, Господи Иисусе, Христе Боже наш, помилуй нас. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, помилуй Бога и Духовно. Я же принял при небесной той жертве, возле спасли нам благодать. Пресвятаго Твоего, Господи. И пришедший звезда, Боже, слышу молитву мою, души глаголу уст моих, я хочу же его страшного мне, грехи за старшую душу мою, и не предложишь Богу пред собой. Господь, воцарись, влево, благочестие, причестие, Господь, сильный, припоясь, и в вселенную я же покрижусь, готов престол мой, прежде Господи, возлегуши реки, пласа своя, возьму треки сотрения своя, пласа под ноги, темного сотрения, Bye-bye.
Господа повелите мне. Как твои царства и силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Благослови, Владыко! Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Me.
Услышь меня, спаси не душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благословение святых Божией Церкви и соединение всех, Господу помолимся. О святым храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вон, Господу помолимся. О великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, и о Господине нашем Преосвященнейшем епископе Варнаве, честнем пресвидетельстве во Христе диаконстве, о всем причте и людям Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, властях и воинстве, о Господу помолимся. О весе силе и всяком граде, стране мира и живущих мне, Господу помолимся. О благорастворении воздуха в изобилии плодов земных и времени дневных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении, Господу помолимся. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Престанию Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предани. Яко Богу поет тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Престанию Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предани. Яко Твоя держава и Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Спаси,
Христе помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я благ, и человека любит с Боги, си тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, да и присно, и во веки веков. Премудрость прости, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Господу помолимся. И дашь нам преподобие служителей Святого Павла, молитвенно вступи в Богородице Святого, и напреку тебе благо угодишь. Я посвят и си, Боже наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси благочестивые и услышанные. Господи, спаси благочестивые и услышанные. И во веки Христу Твоему поклоняемся, Владыко,
воспел благодать Пресвятаго Твоего Духа. Благослови, Владыко, благовестителя святого апостола Иоанна Богослова. Бог молитвами святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова да даст тебе глагол благовествующего силою многою во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Сотворишь архиерей Сына Иисуса, якоду убьют Его, и приведешь Его к Пилату глаголюще, возьми, возьми, распни Его, глагол им Пилат, поймите Его, вы распните, азбы не обретаю в нем вины, отвечавшие ему иудеи, мы законным им, и по закону нашему должны есть умрете, яко себе Сына Божия сотвори, егда, слыша же Пилат все слово, паче убоясе, и в ние притвор, паки и глаголы Иисусови, откуда еси ты, Иисус же не, ответы не даде ему, глагола же ему Пилат, мне ли не глаголиши, не веси, яко властимыть распяти тебя, и властимыть пустите тебя, отвечай Иисус,
ни имаше власти, ни единой на мне, аще не быть едано свыше. Пилат же, слышав все слова, изведи вон Иисуса и сиди на судище, на месте глаголюн, либо стратон, и аже по-еврейски Голгофа. Беже пяток паци, чаже шестые глаголы иудеям, все царь вас, они же выпияху восьми распни его, глаголы им Пилат, царя ли вашего распну, отвечаше архиереи, нимым царя токма кесаря, тогда же предавши его им, да распнется, поем же Иисуса и видоше, и понеси крест свой, изыди глаголимое, лобное место, еже глаголицы еврейские, Голгофа, или же пропяши его, и с ними и на два, всюду и всюду, посреди же Иисуса, написаше и титла Пилат, и возложи на крест, беже писано, Иисус Назарянин, царь иудейский, сего и титла мнозе, чтома и отудей, яко близость места града, или же пропяши Иисуса, и бе написано, еврейский, греческий, римский, стоек уже при кресте Иисусе, мать его, сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, и с души видев матери ученика стоящей, его же любяше, глагола матери своей, женася сын твой, потом же глагола ученику все мати твоя, и от того часа поятый ученик во свояси, посем видев Иисус, яко вся уже совершившися, и поклонь главу, предаде дух, и удержи, понеже пятка, бей, не остави на кресте телеса в субботы, беже велик день той субботы, молиша Пилата, да прибьют болених, и возьмут, придоша живойни, и первому прибивши голени, и другому распятому с ним, на Иисуса же пришедше, яко видише, яко уже умерше, не прибивши ему голени, но един от воин копием ребра его продаде, и обезойди кровь и вода, и видит свидетельство, и истина есть свидетельство Его. Мир тебе, благовествующему. Отцелимся от всей души, от всего помышления нашего Отца. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Помилуй, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Ищи молимся великом Господине, Отце нашим, Сидейшим Патриарше Кирилле, и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Георгии, и о Господине нашим, Преосвященнейшем епископе Варнаве, и о всей во кресте братьи наши. Ищи молимся, Богохранимей стране нашей, властях и воинстве, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Ищи молимся, братьях наших, священницах, священно-монасих, и о всем во Христе братстве нашем. Ищи молимся блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и создателях святого храма сего, и о всех предпочивших отцах и братьях, дележащих и повсюду православных. Ищи молимся милости, жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов рабов Божьих, настоятели, братья и прихожан святого храма сего. Господи, помилуй,
Ище молимся, плодоносящих и добродеющих, воссидим и всечистым храме семь, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих о тебе великие и богатые милости. Як по милости и человека любит с Боги си, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу. Помолились и оглашение Господи. Ведь неоглашенных помолимся, да Господь помилует их. Огласить их словом истины, открытым Евангелием правды, соединить их святей своей соборной апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твою благодатью. Оглашение головы ваше, Господи, преклоните. Святим крови всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь, Господу помолимся. Вы избавитесь и нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,
день Троицы, пресвятую песню припеваешь, всякое ныне житейское отложи по печенье. Яко на царя всех подым евангельств, и ныне подари на сим учение. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И же херувимы, тайно образующие, животворящие Троицы, пресвятую песню припеваешь, всякое ныне житейское отложи по печенье. Яко на царя всех подым евангельств, и ныне подари на сим учение. Аллилуйя, и же херувимы, тайно образующие, животворящие Троицы, пресвятую песнь припевающие, всякое ныне житейское отложи по печенье. Яко на царя всех поднимал, Боже, очисти меня грешника и помилуй меня. Боже, очисти меня грешника и помилуй меня. Боже, очисти меня грешника и помилуй меня. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина Высокопресвященнейшего Георгия, Митрополита Нижегородского и Арзамасского, и Господина нашего Пресвященнейшего Варнаву, Епископа Выксунского и Павловского, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем,